нашему большому разочарованию, экологическое воздействие нашей эксплуатации зеленого огня оказалось пагубным. Растительная жизнь стремительно исчезала. Мы думали, что этот мох был основным источником питания для всех жизненных форм на этой планете. К несчастью для нашей цивилизации здесь, уменьшение этого мха означало не только уменьшение энергии, но также и уменьшение кислорода. Люди, равно как и растения, начали умирать. На наше счастье, однако, судьба распорядилась так, что один из докторов заметил в городе нечто необъяснимое. Одна из наших сотрудниц, Аэлита, разводила сад, и он продолжал цвести. Мы пытались разгадать этот секрет, но Аэлита, непонятно почему, замкнулась в себе. Ее ребенок умер, судя по всему, от недостатка кислорода. А отказ Аэлиты сотрудничать и поделиться своим секретом вынудил нас применить силу. Солдаты пришли к ней и стали угрожать сжечь ее сад. Но когда Аэлита бросилась защищать свои растения, они стали расти. Они реагировали на ее прикосновения. Это оживляло их. Тогда Аэлиту, расцененную как средство к достижению цели, схватили, заперли и стали проводить над ней ужасные эксперименты. Мы страшно изменили ее на генетическом уровне, вкалывая в ее тело инъекции с огромным количеством ДНК, сохраненных культур местного мха. Пока она орала от боли и протеста, анализ метеорита указывает на нетипичность в сравнении с метеоритами, найденными на Земле. При дальнейшем исследовании этот метеорит казался нам частью высокотехничного инженерного сооружения. В настоящий момент мы склоняемся к предположению, что этот кратер был местом посадки более развитой расы, построившей портал и связанные с ним энергогенерирующие сооружения. Мы основали исследовательский пост на краю кратера и намерены тщательно исследовать это место, по меньшей мере, в течение следующей недели.
the Russians were studying these alien structures. What were they looking for?
Thank you.
наши ученые сделали сегодня удивительное открытие. Прежде мы думали, что создатели портала либо покинули эту планету, либо были убиты местными обитателями. Но мы ошибались. Создатели портала оказались более развитыми формами, похожих на растения существ, которыми покрыта поверхность этой планеты. Они, должно быть, колонизировали эту планету много тысячелетий назад, привезя с собой разнообразные виды схожих культур, чтобы засеять ими всю планету и сделать ее пригодной для своего обитания. Мы, собственно, думаем, что обитатели этой планеты представляют из себя не столько отдельных индивидуумов. Thank you.
she's still alive.
So the other portal does lead back to Earth, but hundreds of years in the future. Портал, являющийся входом на эту планету, был средством передвижения в один конец, как мы обнаружили по прибытию сюда. Изначально мы принимали как само собой разумеющееся, что он работает как любая дверь, что мы сможем вернуться сквозь тот же портал, когда нам заблагорассудится. Но это оказалось ошибкой. Позже, к нашей огромной радости, мы в конце концов обнаружили второй портал, портал отправки, ведущий обратно домой. Эта система двух порталов была, надо признать, очень эффективной для транспортировочных целей. И мы развивали наше заселение соответственным образом, регулируя отправки в ту и в другую стороны по мере необходимости. Но чего мы сначала не знали, это потеря времени при передвижении сквозь портал. Хотя сам процесс транспортировки происходит очень быстро, течение времени на Земле и на этой планете не совпадают. Мы довольно скоро обнаружили, что неделя, проведенная здесь, равнялась месяцу по земному времени. Когда порталы вышли из строя, это несоответствие течения времени стало огромным. После того, как портал прибытия дал сбой и погиб. You've kept your wife on life support. It sounds like you haven't been able to let her go. Actually, I did it for her. I want to give her every chance to live again, even if I'm not here. Thank you.
What will you miss most about Earth? Well, my wife, first of all, and then Earth itself. All of it. She saw the beauty of this planet long before I did. You truly loved her? Of course. And if you lose someone you love, even 20 light years probably isn't enough distance to make you stop missing them.